Церковь это францисканская. Католики, францисканцы здесь уже лет, наверное, около 900 находятся. И они называют себя Custodia di Terra Santa, хранители Святой Земли. Очень мощный такой богатый орден. И среди монахов, францисканцев, есть очень много монахов с научной степенью археологов. Поэтому они всегда, где начинали что-то строить, всегда проводили вот такие археологические раскопки. Здесь обнаружили фундаменты византийской церкви. До сегодняшнего дня точно непонятно, где свадебное чудо происходило. То ли на территории католиков, то ли через дорогу на территории там, где православная церковь. У меня как-то один раз был... Проходите сюда поближе, там рыбы не поднимаются. У меня как-то один раз на экскурсии был православный священник, великолепную фразу сказал: мы же, говорит, не язычники.